преуспевающих художников. Он хорошо известен за пределами своей страны, и особенно в Америке и даже в Японии. Таркай принадлежит к старой школе израильских художников, остающихся верными классическим принципам живописи, графики, композиции и цвета, являясь в то же время певцом романтического модернизма. Образы, населяющие полотна Таркая, преимущественно являются полотнами воздушными, и в особенности его женские образы отражают окружающий мир и одновременно сливаясь с ним. Женщина на картине Таркая не конкретная личность, позирующая для произведения, она является собирательным образом, создающим выражение женственности, нежности, отзывчивости, умиротворенности, а порой сожаления и сострадания. Такова совокупность чувств, передаваемой его рисунками. Израильская государственная компания выпустила очень интересную коллекцию чеканок именно на основе рисунков Ицхака Таркая, а также памятных монет, которые как бы в аналоге нашего бывшего монетного двора. Она, конечно, воспользовалась этими картинами и сделала вот такую чеканную коллекцию. Другой, конечно, и очень много медалей выпустила. Очень интересные, я потом присоединю фотографии. Вот. Значит, что еще? По поводу творчества Таркая. Значит, так как я уже говорила, что на кораблях он продаются его интересные, очень интересные его картины, которыми завладели какие-то коллекционеры. Да, вот, например, многие продают его рисунки на картоне, конечно, на холсте, и вообще большое количество работ в частных коллекциях. Поэтому, ну, его можно как бы, да, сразу вычислить. У него определенный стиль писания, у него определенный стиль красок, да. Вот, и я вам покажу то, что я сделала на основе его коллекции, и мы сегодня будем делать на стекле витражную роспись по мотивам Ицхака Таркая. Я бы еще, знаете, рассказала о том, что такой художник, конечно, будет современный всегда, потому что, как я уже говорила, он очень интересно создает свои образы вот этих романтических женщин. Дело в том, что его коллекцию, конечно, которая насчитывает около 200 тысяч картин, очень много вообще, конечно, частных коллекций, которые мы никогда не увидим. Но основные портреты женщин, да, его можно сразу вычислить и сразу можно понять, что это Ицхак Таркай. Вот, поэтому не буду долго говорить. Вот такую работу я сделала на заказ, да, уже несколько работ у меня в частных тоже коллекциях. Это работа «Дама в кафе» на основе нашего Таркая. И мы с нашими учениками делали такую картину. В общем, она достаточно известная. Мы ее делали на стекле. То есть это роспись на стекле витражными красками. Вот. Конечно, эту роспись нужно знать, как делать. Под моим руководством мы это все выписывали, поэтому кто очень заинтересуется, тот может обязательно с нами поучаствовать, когда у нас будет открыт центр, и сделать такие вот интересные работы.
Конечно, это очень популярная картина, и сегодня Ицхак Тарка является одним из самых популярных и любимых художников многих. На основе, конечно, созданы его работы на основе импрессионистов, постимпрессионистов. И что у нас сегодня, как мы будем делать, да? Значит, чтобы создать такую картину, конечно же, надо рамка и, конечно же, надо стекло. Значит, стекло у меня уже готово, да, обычное прозрачное стекло. Его нужно немножечко помыть, чтобы оно было более чистое. И что дальше? У нас должны быть распечатаны вот такие ксерокопии, да? Ксерокопии я распечатывала прямо с интернета. Это не важно с каким качеством. Нам главное, чтобы были вот такие большие как бы пятна, да, и такие большие заливки, да, для того, чтобы использовать такие ксерокопии. Вот, например, вторая, да, ксерокопия. Абсолютно очень просто все это делается. Значит, ксерокопия у нас есть. Что у нас есть еще по материалам? По материалам у нас еще должны быть краски по стеклу. Но так как не у всех есть такие краски, да, эти краски, конечно, продаются на Амазоне и на сайте магазина Michael. Но если у кого-то нету этих красок, это, как говорится, не беда. Это мы опять возвращаемся к нашим любимым лакам для ногтей. Потому что на стекле очень красивые композиции можно делать именно лаками для ногтей. Единственное, конечно, у них небольшая гамма, да, небольшая палитра. Они, в принципе, однотонные. Но как говорится, задаться целью, то можно найти и зеленые, и синие лаки для ногтей, которые продаются в доллар 3. Поэтому, если у кого-то рядом доллар 3, пожалуйста, очень хорошо, занимательно делать это все лаками для ногтей. Так, что нам еще надо? Нам еще нужен скотч, чтобы приклеивать, да, и самое главное, контур. Значит, контур это тоже. Он специальный для стекла. Если нет, то опять-таки в Майкле на сайте Amazon много очень вот таких контуров с тоненьким носиком. Поэтому не обязательно делать это все витражными красками. Можно даже контур сделать черным фломастером. Кстати, черный фломастер, большой маркер, тоже имеется, я надеюсь, в каждом доме. И что еще? Ну, немножечко дальше расскажу про Ицхака Таркая, так как он родился в Югославии, в Субботице на югославско-венгерской границе. В конце Второй мировой войны Таркай был отправлен нацистами вместе со своей семьей концентрационный лагерь Маухаузен. В это время Ицхаку было всего лишь 9 лет, и семья Таркай выжила и вернулась домой после войны. Ицхак проявил очень большой интерес к искусству. Он выиграл приз за успехи в живописи, еще находясь в школе в Субботице. И в 1949 году Таркай и его семья эмигрировали в Израиль. Следующие 2 года были проведены в кибуце. В 1951 году Таркай получил стипендию Академии искусства, где учился в течение года, а потом ему пришлось уйти из-за сложных финансовых обстоятельств дома. Чтобы продолжить учебу, Таркай учился у художника Шварцмана до мобилизации в израильскую армию. После окончания службы Таркай вернулся в привычную ему обстановку в Тель-Авив и поступил в Институт искусства, который завершил в 1956 году. С этого момента и до конца жизни Таркай создавал свой потерянный рай.
мир прелестных, обольстительных и безгрешных женщин. Казалось бы, да, как может быть женщина безгрешная? Сегодня Ицхак Таркай является одним из самых популярных и любимых художников в мире. Литография, сериографии Таркая пользуются устойчивым спросом на аукционах, и оригинальные живописи работ, и акварели, да, он еще и акварели делал, находятся в престижных государственных и частных собраниях по всему миру, как я уже говорила. Наследие этого художника весьма-весьма велико. И данный альбом не претендует на исчерпывающуюся полноту. Эту информацию, которую я вам доношу, это совершенно маленькая, мизерная информация. Если вам будет интересно, вы можете покопаться в Гугле еще глубже и найти, конечно, всю информацию о этом великом художнике. Наследие, да. Постараться представить вот этими репродукциями, как оригинальными живописными акварельными работами, также можно и образцы печатной графики найти в интернете с примерами и разными вариациями. Вот, поэтому, кому интересно, пожалуйста, можете, конечно, всю оставшуюся информацию найти в интернете. В Тель-Авиве, да, большая коллекция, и в Иерусалиме. Что еще я бы хотела сказать? Значит, посмотреть, если в Википедии, да, то, конечно же, он год рождения 1935 год, и он закончил свою жизнь в 2012 году. Вот, но я говорю, что очень популярный, модный художник на сегодняшний день. Итак, мы продолжаем делать с вами, то есть продолжаем то, что мы хотели начать. Значит, хочу просто пояснить, что это все ознакомительное. Кому будет интересно более подробное, конечно, мы будем заниматься с этим на наших уроках в центре. Значит, так как я уже говорила, у нас есть стекло, мы подкладываем стекло под низ, выравниваем, да, вот, выравниваем в центре, потом мы наклеиваем, сейчас мне нужны ножнички, я сейчас посмотрю, у меня есть ножнички, значит, мы выравниваем нашу ксерокопию, ножничками отрезаем маленькие кусочки скотча, то, что это не надо, значит, маленькие кусочки скотча и подклеиваем нашу вот эту вот ксерокопию. Много скотча не надо, сделаем немножечко, чуть-чуть абсолютно, чтобы потом можно было ее безболезненно снять, да, вот буквально двумя-тремя кусочками мы подклеиваем, буквально на краешках вот здесь вот, и вот этого будет достаточно, потому что когда приклеите, если сильно, то есть скотчем не надо сильно приклеивать. Значит, что у нас происходит? У нас происходит вот это централизованное. Посмотрите, как мы сделали, да? Вот все, вот так вот ксерокопия у нас подклеена. Значит, что еще нам надо? Дальше, что мы делаем? Я уже говорила, нужны вот разные, да, лаки для ногтей. У меня здесь, конечно, ограниченная вот эта вот гамма цветовая. Но если вы будете очень стараться и очень готовиться, в Dollar Tree есть, как я уже говорила, зеленые, синие лаки. И, в принципе, этих лаков вам будет достаточно. Я вот, может, на днях тоже туда загляну и, конечно, докуплю себе разного образца. Вот видите, синие, зеленые. Докуплю разного образца вот эти лаки. Они должны быть, конечно, немножко, ну, они должны быть свежие. Вот. Ну, оттенки розового тоже, в принципе, достаточно. Итак,
Значит, какой мы делаем контур? У кого нету вот такого вот белого или черного контура, да, можно абсолютно спокойно обойтись просто черным фломастером. Поэтому не останавливаемся, да, не забегаем, то есть не забиваем себе голову об этих материалах, а просто наслаждаемся процессом и наслаждаемся нашим рисованием, потому что, конечно же, мы это делаем просто для удовольствия. Значит, вот этот вот контур, да, с маленькой вот такой вот дюбочкой, он делает тоненькие такие контуры. И сейчас я покажу, как это делается именно на стекле. Если нет, то можно пользоваться просто черным фломастером. Итак, поехали. Вот я переключила камеру, да, и мы начинаем вот, например, с фломастера, да, сделаем тонкими линиями. Смотрите, я делаю вот этот контур лица. Здесь немножко я делаю глаза и рисую контур самой фигуры. Вот этот контур просто черными линиями, черными фломастерами. Это нам нужно для того, чтобы здесь мы могли заливать. Вот у нее шляпка такая. Можно немножечко фантазировать, да? Немножко отходим, допустим, от его конкретных вот этих линий и делаем чуть-чуть по-своему. Наша фантазия безгранична, и у нас все получится, и будет очень красиво. Вот ручка у нее, да, пальчик. Вот обрисовываем все, буквально обрисовываем все вот это по ксерокопии. Такая красивая женщина, да, романтичная, задумчивая. Вот, вот эти все линии, пусть это вот идет за контур, пусть это идет сюда. Вот, вот у нее платье такое. Обрисовываем ножка. Ножка вот здесь далеко пошла, такая длинная ножка. Все это мы можем обрисовать вот этим черным фломастером. И как бы у нас этого будет достаточно. А что у нас с фоном? С фоном у нас тоже. Вот оно сюда выходит, какая-то загогулина. Вот здесь вот какие-то такие интересные завиточки. А здесь цветочки у нас. У него букет какой-то, да. Делаем все вот этим контуром. А здесь цветочки. И, как я уже говорила, не обязательно придерживаться его цветовых красок, да, у нас все, что есть, то мы и используем. Поэтому если у вас есть чисто розовые какие-то гаммы, да, можно вообще делать чисто розовыми вот этими лаками совершенно безболезненно. Ротик мы ей тоже рисуем. Видите, очень легко, все просто обводится по вот этой вот ксерокопии. Вот. И здесь все вот это вот так вот обводится, какие-то цветочки. Вот эти все долечки, которые я делаю контуром, потом будем заливать вот этими лаками. И, в принципе, получится неплохая композиция, да, вот так мы обводим. Не обязательно делать до конца, вот у меня стекло заканчивается здесь, не обязательно делать все до конца, можно даже взять и ограничить себе вот такую маленькую территорию. Здесь у нее идет какой-то стул или кресло, в котором она сидит. Вот этим фломастером все обводим. Здесь мы заканчиваем.
Здесь тоже. Не обязательно, как я говорю, уходить вот за рамочку стекла. А можно ограничить вот этим вот маленьким таким пространством. Ну вот, смотрите, видите, я уже все обвела. Вот эти вот небольшие полосочки можно сделать потом. Можно делать, как я уже говорила, да, вот по ксерокопии, по краю можно вот так же под линеечку даже, да, вывести вот эту вот линию и только ее делать, то есть не обязательно полностью вырисовывать до конца стекла, а как бы можно зайти. Видите, я от руки это все ровненько делаю. Можно подложить линейку. Я это делаю от руки. Если вы не можете проводить тонкую линию и прямую, я делаю это от руки, потому что рука у меня набита. Вот. И сделать такую небольшую рамочку. Вот. Видите, я сейчас провожу эту линию. И у нас получается какая-то вот такая рамочка. Вот, поэтому, видите, очень быстро я это все навела. И теперь что мы делаем? Значит, можно использовать вот этот контур. Например, ну, я не знаю, я просто вам покажу. Например, можно вот этот белый кувшин. Очень хорошо быстро засыхает вот этот белый контур. Да, я рисовала на бутылках им. Вот, вот этим белым контуром можно сделать сразу вот этот кувшин, например, да, и вот он будет уже засохший. И я хочу вам сказать, что вот эта техника, которую я вам показываю, в общем-то, не очень известна. Это как будто бы, вот, ну, скажем, не запатентованное мое изобретение. Вот, кое-кто рисует на стекле, но не таким образом. То есть все, что я делаю, я это на собственном опыте, поэтому нигде этого вы не увидите такого плана. Вот, вот смотрите, вот мы сделали вот этим белым контуром кувшинчик. Значит, у нас белый кувшинчик. Что мы еще будем делать? Ну, пока ничего, нам надо основные заливки делать. Значит, сама основная заливка должна быть больших-больших пространств, больших территорий. Ну, вот, например, какой у меня лак красивый. Вот, ну, я не знаю, малиновый, да, возьму лак малиновый и буду делать малиновым лаком, ну, к примеру, ее кофточку. Вот, смотрите, лака должно быть много. И не мазать надо по одному месту 100 раз, потому что лак, конечно, быстро засыхает. Это у кого нет аллергии, я не оговорилась, если у кого-то аллергия, с лаками не надо работать. Ну, в принципе, если вы делаете маникюр, вот, видите, какая густая заливка идет. Очень красивая густая заливка. Есть специальные, конечно, краски для стекла. Ну, как я уже говорила, лаками получается очень красиво. И даже не отличить от натуральных вот этих красок. Вот, поэтому все, как я говорю, можно сделать своими путями, своими способами. Вот вторая. Второй рукавчик, да, видите, какая плотная идет заливка, и 100 раз, как я говорю, по одному месту водить не надо уже, потому что лак очень быстро засыхает. Мы это будем делать почти одноразово, вот раз и все, то есть обратно уже корректировать нельзя, сложно. Что еще мы можем ей сделать? Ну, повторим где-то вот с цветочками, да, поработаем. Вот здесь цветочков много. Цветочки я тоже могу раскрасить какие-то
вот этим красивым малиновым лаком, да, вот какие-то цветочки. Вот тут вот я закрашу, прям на солнышке, а с блесточками такие цветочки. Вот тут вот я раскрашу. А еще где-то где? Ну вот тут можно повторить. Вот тут повторить, да? Что еще? Ну, где-то еще цвет. Ну, например, я не знаю, кусочек. Что мы еще можем сделать? Там какой-то стол стоит. Вот она сидит за столом, поэтому там где-то вот такой стол. Кувшин стоит на столе, поэтому мы сейчас сделаем. Что у нас еще? Ну, давайте еще другой цвет возьмем. Яркий малиновый. Или сиреневый. Можем, сейчас я посмотрю, если он хорошего качества. Вот так получается. Видите, красиво. Уже красиво, уже мне нравится. Да, так вот, смотрите, например, мы сделаем ей вот таким цветом, вот юбочку, да, закрасим фиолетовым цветом полностью. Выкрашиваем вот эту вот юбочку, а потом мы нарисуем на ней вот эти вот узоры, даже белым контуром. Очень красивый сиреневый лак. Вот, плотненько, плотненько все это делаем, плотненько, чтобы не было пропусков. Вот так вот выкрашиваем. Вот тут вот до конца рамочки доходим и вот это все выкрашиваем. Очень хорошо, когда быстро засыхает. Это, в принципе, очень помогает. И ложится краска очень ровно, видите, без всяких комочков, без всяких каких-то этих сложных паутинок. Вот как ногтики красите, вот так вот и заливаете, не жалея, конечно. Ну что там этот лак, он недорогой, тем более в $3 он совсем копейки стоит. Вот пойду, конечно, накуплю на $10, можно купить вон 10 разных цветов и рисовать на бутылках, на стаканчиках и вот такие красивые делать композиции. Все, больше трогать мы не можем. Мы залили вот таким образом. Пусть это все высыхает, закручиваем, обязательно сразу закручиваем. А, ну так что, мы можем повторить еще где-то в цветах, да, вот цветы, допустим, вот тут еще можно цветочки вот так вот сделать. Цветочки вот так вот подкрасить. Вкрапления какие-то, да, можно даже вот на шарфике сделать вот какие-то такие вот отсюда вот даже полосочки, вот пусть будут какие-то такие полосочки вот сюда ушли на шарфик. Вот все, вот этого достаточно. А что мы делаем? Ну что мы еще из моих красок можем сделать? Оранжевые волосы можем сделать. Черные можно, но черного такого контура нету, поэтому сделаем ей такие рыжие волосы. Почему нет? У нас все декоративно, в принципе, и мы можем себе позволить делать все, что хотим, да. Вот нравится нам такой цвет, ну и будем мы его использовать. Смотрите, вот такие яркие у нее рыжие волосы. Пусть она у нас будет рыженькая. Вот волосы мы ей закрашиваем вот этим вот лаком.
красивый такой яркий лососевый цвет. Вот. Тоже очень плотненько, плотненько, плотненько. Вот косичка у нее здесь какая-то. Вот таким образом. Видите, вот раз мы заполнили. И теперь вторую сторону. Ничего, вот ляпнула я, ничего. Мы немножко сделаем больше ей. Больше ей сделаем прическу. Ну, здесь еще, может, кудряшка какая-то из-под шапочки торчит. Пройдемся вот таким. О, смотрите, какая красотулечка. Да. И опять-таки где-то мы еще можем повторить какой-то цвет. Ну, я не знаю, вот тут вот, может, сделаем какую-то полосочку. Вот здесь какие-то полосочки. Мы сделаем здесь такие оранжевые полосочки. Вот так, вот так, вот так. Да. Ну вот смотрите, высох цветочек, можем в серединку уже поставить вот такие капельки, да? Можем цветочек один сделать. Такой оранжевый. Чем интереснее, чем больше цветов, тем лучше. Вот цветочек. Так, ну сейчас все оранжевого хватит, да? Что из темного? Или вот, смотрите, малиновый, да? Вот малиновый кусочек какой-то можно сделать. Малиновый кусочек можно сделать ей. Можно сделать ей тоже шарфик, да, вот таким вот малиновым цветом. И губки, смотрите, губки можно сделать вот таким цветом. Сразу ставлю сюда вот такие у нее алые губки. И здесь шарфик можно сделать. Может, у нее губки под шарфик, да, накрашены. Заливаем пока вот такими большими долечками, а потом уже полосочки будем делать сверху. Вот такой шарфик мы заливаем. Вот красивый такой шарфик получился. И вот здесь тоже, наверное, продолжим вот эти вот такие полосочки. Вот, получился такой шарфик. Видите, красивый. Да, и что еще? Ну, можно вот тут вот доделать, да, с оранжевым тоже тоном. Потому что нам надо все сделать. Заливочку, всю заливочку нам надо сделать. Чтобы не было ни одного прозрачного пятнышка. Чтобы стеклышко не было видно. Вот такая, такой шарфик, да? Что еще? Ну вот сиреневый такой есть. Сиреневый можно сделать у нас. Сиреневый диван даже можно сделать или кресло. Сейчас я открою его.
Ну вот смотрите, сиреневую, например, вот такой красивый сиреневый. Я сделаю ей вот такую кофточку сиреневую. Вот такая вот у нас вся сиреневая будет женщина по мотивам из Исхак Таркая. Видите, густо-густо заливаю, чтобы был очень красивый цвет. И цвет очень красивый сиреневый. Можно здесь потом, когда высохнет, еще второй раз сделать, но это тоже не обязательно. Ну что, сделаем ей вот эту вот колготочку, да, ботиночек, потом мы ей прорисуем. Пусть будет колготочка тоже такого сиреневого цвета, как будто у нее колготки под цвет кофточки, ведь может такое быть, правильно? Ножку вот ей заливаем. Ну и здесь тоже, когда высохнет или когда высохло, можно сделать какие-то такие цветочки, как будто у нее платье такое из цветочков. Ну вот, если высохло тут иногда немножечко ей рисуночка такого добавим. Вот рисуночек такой какой-то интересный. Вот, смотрите, да? Ну, таким вот образом у нее юбка может из этого какого-то красивого цвета. Вот. Так вот, что еще? Вот какой-то такой сиреневый. Ну, можно докупить и сделать еще какие-то другие цвета. Вот еще один такой сиреневый нашла оттенок. Допустим, сделаю вот таким оттенком вот этот стол. Да, можно цветы еще сделать вот этим же оттенком, потому что он другой сиреневый. И вот этот стол большой, на котором стоит ваза, тоже сделать таким красивым темно-фиолетовым оттенком. Видите, буквально сколько? 5-6 красок, 5-6 лаков, и какая шикарная композиция получается. Даже когда идет какая-то фактурность, тоже очень интересно. Очень интересно смотрится. Где-то такая недосказанность. Недосказанность, недописанность, да, вот все воображение включается, и получается какое-то такое работа мыслей, да. И вот этот диван тоже можно
закрасить, а потом уже навести полосочки. А потом уже навести на него какие-то вот золотые или белые полосочки, потому что золотой контур у меня тоже наготове. Вот. Можно наверх потом какие-то темные полоски навести. Плотненько, плотненько, чтобы непрозрачное было. Вот тут поправим. И кресло сюда. Оно уходит за пределы рамки. О, какой красивый цвет. Если два раза, вообще шикарный цвет получается. Видите, ничего, чтобы было не видно, даже вот такая фактура, да? Шикарно получается. Просто самой нравится, удовольствие получаю от этого рисования. Не оторваться прямо. Ну, и вот шляпку ей тоже, может быть, сделаю. Там потом узорчики. Но основная заливка пусть такая будет. Цвет уж очень красивый цвет. Такой фуксии. Вот шляпка у нее. Ну вот, смотрите, видите, достаточно все. Ну, еще тут много-много чего заливать можно. Вот, в принципе, я вам показала вот эту основу. Она должна подсохнуть, чтобы можно было продолжать дальше, потому что все сразу, конечно, сделать невозможно. Итак, мы очень быстро все делаем, поэтому немножко надо терпения, чтобы потом хорошо легла краска и чтобы подсохла, чтобы можно было потом продолжать наши движения. Поэтому так быстро все ничего не делается. Ну вот лаки, видите, разнообразные. И в принципе гамма вот такая этих лаков. У кого-то может еще больше быть, да, вот черный фломастер, как я говорила. И вот этот белый контур. Поэтому вот это все заполняется одинаково вот такими долями. Ну вот, дорогие друзья, то, что я говорила, да, исходные материалы у нас были, немножечко недоделано, но, в принципе, смотрите, где-то 60% работы уже готово. Вот, мы сейчас не можем двигаться дальше, просто нужно подсохнуть и дальше и продолжать движение. Вот, в итоге получается очень красивая, очень интересная картина, роспись на стекле, да. И когда вы вставите в рамочку, у вас, конечно, будет вот что-то похожее на это, по мотивам Ицхака Таркая, замечательная роспись на стекле. Поэтому, дорогие друзья, дерзайте, рисуйте, не унывайте. Желаю всем хорошего настроения, удачного дня. И, конечно же, большого здоровья. Всегда с вами Наталья. Оставайтесь и смотрите наши передачи. Пока-пока!